отзывчивые. Ну как, только все хорошее можно сказать. Почему они решили стать военными? Ну, как бы мечта была у них такая. Как бы хотели стать. Вася хотел стать. Потом малой, младший Саша, тоже по стопам брата пошел. Мы с вами должны понимать, что офицер, после того, как принял присягу, любой военнослужащий должен быть готов отдать свою жизнь, если этого Родина потребует. Родина потребовала. Они выполнили свой воинский долг так, как это предписано присягой. Я, как руководитель боевого братства Кубани, хочу сказать, что мы сделаем все, чтобы память об этих людях, которые погибли, жила вечно. И сделаем все, чтобы помнили их, приходили, оказали помощь родителям. И я думаю, что герои этого заслужили. И они сделали правильное дело, они защитили нашу Родину, именно Россию.